Теперь собственный Вивальди, величественный орган фирмы «Юханус», будет радовать гостей «Ривьеры». Перед концертом – стандартная настройка. В отличие от своего духового старшего брата, этот инструмент цифровой. В него уже запрограммированы заранее записанные звуки, так называемый банк сэмплов нескольких разных органов. То есть 4 органа внутри одного инструмента позволяют исполнять абсолютно весь репертуар. От добаховской музыки, которая исполнялась при свечах, которая не была и гармонией, и формы, до музыки современной, саундтреки, рок-музыка и джаз. Помимо классического, в инструменте дополнительные голоса. Арфа, флейта, фортепиано и многие другие. А теперь, если соединить, панфлейту включу на первое. В устройстве разборные педали, пюпитры, защитная шторка, благодаря чему его можно беспрепятственно перемещать в другие локации, к примеру, на набережную реки. А несколько десятков тембров, дополнительные встроенные колонки, сменная клавиатура и регистровые рукоятки делают звучание многогранным, а игру легкой и комфортной. Большой оркестр в руках одного музыканта. Вот обратите внимание, загорается кнопка. Я листаю один за другим банк памяти, могу это делать назад и вперед. И значит, что в процессе игры обойтись без ассистента. Это не только орган, это универсальный инструмент, который в принципе для музыкальной жизни этого пространства будет незаменимым участником. Ранее основной площадкой для концертов академической музыки была Белгородская филармония. Теперь свой инструмент появился и в курортном комплексе «Ривьера», что должно воспитать нового зрителя и даже помочь в своеобразном культурном обмене, делится Светлана Баруха. У «Ривьера» есть своя публика, и значит, что эта публика также будет приучаться и ходить на концерты классической музыки. Я уверена, что те, кто придут однажды на концерт в «Ривьеру», неизбежно захотят услышать Тимура Халиуллина и на духовом органе в филармонии. А значит, и наши залы пополнятся новой публикой. Выступления театральных коллективов, в том числе под открытым небом, встречи с интересными людьми. Теперь главное культурное событие в курортном комплексе будут проходить и под аккомпанемент короля музыкальных инструментов. Когда у нас был Николай Бурляев и читал стихи вместе под аккомпанемент органа, мы тогда поняли о том, что необходимо в курорт «Ривьера» обязательно приобрести орган. Долго ждали, когда придет этот инструмент. Он шел очень витиевато, разными путями, но наконец-то он приехал. И мы даже сами не подразумевали, насколько он красиво звучит. Мы слышали, как играет Тимур, это было просто восхитительно. Билеты на вечера органной музыки уже скоро появятся в открытой продаже. Чтобы не пропустить интересное событие, следите за новостями в телеграм-канале «Отдыхаем в Белгороде». Анна Свидовская, Александр Сысоев. Программа «Такой день» на Амире Белогорье.